В стране стартовал проект президентского молодежного кадрового резерва. Первый его отборочный этап был проведен в 2019 году, второй – в 2021. А в сентябре 2023 года состоялся очередной третий отборочный этап в президентский молодежный кадровый резерв. Подробнее далее. Согласно отборочному этапу, проведенному в 2019 году, в резерв было зачислено 300 человек. В 2021 и 2023 годах по 50 граждан. Из 400 зачисленных в резерв по республике около 300 от общего числа трудоустроено. Данные лица работают в центральных государственных органах, местных исполнительных органах, национальных компаниях и иных организациях. В их числе около 50 резервистов занимают политические должности, должности корпуса А и являются депутатами Мажилиса парламента и Маслихата. В соответствии с предвыборной программой главы государства перед агентством по делам службы Республики Казахстан была поставлена задача создать президентский молодежный кадровый резерв. В 2019 году был подписан соответствующий указ и было принято четкое решение по реализации данного проекта. Главной задачей отбора президентского молодежного кадрового резерва является привлечение талантливой, образованной, квалифицированной молодежи в дело государственного управления. Данный проект на сегодняшний день проводился 3 раза. Первый был проведен в 2019 году, по результатам которого 300 молодых людей были зачислены в резерв. Также отборочные этапы были проведены в 2021 и 2023 годах. Отметим, что в целом на сегодняшний день должности различного уровня предлагаются всем резервистам. Вопрос использования их потенциала не теряет актуальности для агентства. В этом направлении реализуются соответствующие меры. Сара Абдиева, Дана Самат, Адиль Сайлаубеков, Азамат Бескенов, 77 News.